понеслась, да? I'm close to heaven. Scratched at the gate. The shape of them nice. Oh, my mistakes. What you've done. You can't give it a name. You gotta make it rain. You gotta make it rain. Without your love, babe, without your kiss, hell can burn me more than this. I'm burning up with all this pain. So you gotta put on fire, you gotta make it rain. Безобразно. Безобразно. Я знаю. Безобразно. Чересчур ты увлекся этим всем горлопанством. Ох, вступил на скользкую чересчур дорожку. Сутрировал, как бы, но с этим мы еще будем бороться. Но Григорий Викторович займется этим. Да-да-да. Это я возьму на себя. Как зовут, простите вас? Меня зовут Василий Уриевский. Мне 32 года, я из города Саратов. У меня нет музыкального образования, наверное, поэтому я утрирую, потому что я актер. У меня есть... Актерское образование есть. Я сейчас занимаюсь тем, что гастролирую по клубам с группой или и по городам с моноспектаклем музыкальным. Да. Да. Почему-то слышно было, что не музыкант, слышно было, что, ну, вот такой вот эксцентрика, да, и какое-то и представление, далее. Какая-то сцена. Но тембр, блин, какая там плюха-то в голосе, вообще мощная. Наверное, да. При этом же это же привычно для вас прием. Горло же не болит от этого? Надо, уже нет. Надо уже нет. А болело? Ну, поначалу, да, немножко так. По ночам? Ну, и по ночам. Поначалу. Как-то я втянулся в это. Я не всегда пою так тоже по-разному, но... Сейчас почти не поет, больше фотографирует, но раньше пел довольно много. Профессор Лебединский, помните такого? Да, Леша, да. Лебединский. Я убью тебя, лодочник! Вот, да. Вот после этого болит. У меня, я убью тебя, лодочник! Да-да-да. Вот, вот. После этого болит, а вот так не болит, да. Ну что, поздравляем. Поздравляем, да. Поздравляем. Спасибо. Спасибо.